M1 Global presents. И мы находимся в Сочи на турнире M1 Challenge 62. Рядом со мной Курбанали Абдусаламов. Курбанали, поздравляем с победой. 3 раунда, упорная борьба, много технических действий. Как физически чувствуешь после боя? Спасибо большое. Устал, если честно, сильно. Соперник тоже хороший был, боролся. Оказался физически сильный, выносливый. Не ожидал, если честно, что так пойдет, что придется 3 раунда подраться. Но благодаря Всевышнему я победил этот бой. Вот Ли Моррисон очень опытный боец, он и был и чемпионом там, в М1 Челлендж. Расскажи, какая тактика была на бой, какие отметишь его сильные стороны, сильные, слабые? Сильная сторона – это его выносливость и борьба. Недостатки? Недостатки – это стойка. И возраст, наверное. Расскажи, как проходила подготовка к бою, там, как часто проходили тренировки и какой был режим? Подготовка проходила у меня очень хорошо. До этого мы делали сборы под руководством Надирбека Хайбулоева. Сборы проходили у нас в Дагестане. Утром кроссфит, вечером ударная техника. Вот так каждый день работали. И над борьбой тоже поработали. Сегодня бой проходит чемпионский, да, Мансур Барнуи и Иван Бухингер в твоей весовой категории. Расскажи, какие мысли на этот счет, кому симпатизируешь, как оценишь бойцов? Ну, я думаю, что победит Мансур Барнуи, что он физически сильнее, чем Бухингер. Когда для себя рассматриваешь возможность драться за титул, сколько бы еще хотел провести боев до этого, либо уже готов? Ну, я уже готов. Хотел бы. Если дадут мне такую возможность подраться, шажи. Расскажи, как, на твой взгляд, какими качествами должен обладать профессиональный боец, который выступает на высоком уровне и выступает именно вот на турнирах крупных? Боец должен быть универсальный, тоже быть выносливый. Такой вопрос еще, знаешь, интересно узнать твое мнение. Сейчас в мире распространяются женские единоборства, особенно в UFC. И твой взгляд на это, как тебе? Драться – это не женское дело. Спасибо за интервью. В заключение, кого хотел бы поблагодарить, болельщиков, тренеров, любые слова? Хотел бы поблагодарить всех моих братьев, друзей, родственников за поддержку. Спасибо им большое. А также моему тренеру Муслиму Махмуду, Хайбубоеву Сагиду, Хайбубоеву Надирбегу. И на моему президенту клуба Сагиду Шадарбишичу и Якубу Маханову тоже большое спасибо. И всем спасибо за поддержку.